Всем привет! У меня новая партия посылочек. Доехала. Это снова мой любимый Arch Club. Ссылки, как всегда, в описании. Все будет. Вот такая огромная. Ого-го. Ну что, делайте ставки. Кто здесь? А я знаю, кто здесь. Так. И какая Катюха. Вот такая вот. Вот такие корнища. Обалденные. И это Cattleya lobata cerulea. Я обожаю лобаты. Они мне очень похожи на пурпураты. Я о ней мечтала. И мечты сбываются. Класс. Ждет меня посадка. Очень интересная этого всего. Потому что растение высокое, тяжелое. Горшок будет переворачивать. Корни не сильно длинные, поэтому надо будет очень или утяжелять, или подбирать горшочек соответствующий. Так, дальше. Вот такая прелесть прелестная двойная. Так, смотрите. Еще один конь, еще одна лошадь в моей коллекции. Это та, которая любит миниатюрные орхидеи. Кони пошли. И это вот такая чудесная, наводись, пурпурата мандаяна. Вот такая лошадь. Тут вот эта новая бульба, она там формируется. Скоро из нее должны будут пойти корешки. И это будет обалденно, потому что это будет свежая новая посадка. И они уже пойдут в новый субстрат. И среди коня завалялась маленькая пони. Вот такая прелестница. Такие бульбочки у нас. И это анцеп. Вот такая церулея на семи-альба. Такая малышка. Ну, пусть вас не обманывает внешний вид. На самом деле это тоже конь вырастает. Ну, не такой уж прямо конь, но цветоносы у нее метры больше. Поэтому места она тоже требует немало. Так, и последняя. Так, обожаю новинки. Это всегда столько радости. А потом эта посадка. Тимошки. Еще один конь. Еще один конь. И это пурпурата. Тоже. Бирка, иди сюда. Нет, как я ошиблась, это ригли, ригли церулея. Это обалденнейший гибрид санцепс, я его обожаю, там шикарные цветы, шикарного цвета. И так, вот она, новая пыпочка, это новый ростик, будет расти. Ух ты, вот еще одна новая пыпочка. Так, у нас тут два направления роста. Это просто шикарно. Обалдеть. И корней море. Надо проверить, сколько из них действительно рабочих. Класс. Ну, в общем, ждет всех увлажнение корней, чтобы они были гибкие, мягкие, податливые. Я посмотрю, кто из них жив. И на влажные корни, как всегда, буду сажать, чтобы не заломать и не повредить корневую. Вот такие кони новинки с рукой. Ох, вот от кончиков пальцев и дальше, чем до локтя. Просто лошади. Вот такой лоб у меня. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. Там много ссылочек, где можно будет в моих соцсетях потом посмотреть уже фотографии. И, может быть, какие-нибудь короткие видюшки или статейки, которые не входят в видео. Такие дополнительные материалы. Еще раз всем огромное спасибо за просмотр. Солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!